Погружение в фантазийные миры Никаса Сафронова начинается с порога выставочного зала. Полумрак и светящиеся изнутри натюрморты, пейзажи, портреты переносят зрителя в удивительное творчество. Здесь каждый может увидеть сон живописца, воплощенный на холсте, и даже представить, чем могла закончиться история. Этим и отличается Никас Сафронов. Он пробуждает подсознание и вовлекает воображение в некую игру. Поклонники Никаса питают неутолимый интерес к жизни и творчеству этого овеянного мистическим флером культового художника современности. Артистизм его художественного видения, его желание играть в мистификацию, театрализацию минувших эпох, сюрреалистические метаморфозы – все это, проецируемое на реальность и меняющая реальность, вызывает у зрителя глубокие ассоциации, окрашивающие восприятие художественного образа. Никаса Сафронова называют иллюзионистом в живописи, и это на самом деле так. Он дает повод специалистам для дискуссии своими смелыми экспериментами с эпохами, стилями, звуком и современными возможностями искусства. Его персональные выставки не бывают одинаковыми. Третья экспозиция в Саранске точно перевернет ваше мировосприятие. Благодаря ультрасовременным мультимедийным технологиям и театральному свету некоторые работы Никаса Сафронова оживают, погружая нас в глубокие медитативные художественные миры. Не стоит быть арт-критиком, советуют искусствоведы, лучше довериться интуиции и насладиться творческой реальностью Никаса Сафронова. Экспозиция «Меняй реальность» будет работать до 21 ноября. Алена Москалева, Николай Лушкин, «Наши новости».